Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас на улице холодная погода. Всего лишь каких-то было ночью минус 35 градусов. Возможно, было еще ниже, но когда я вышел, градусник показывал всего лишь минус 35. В данный момент вышло солнышко. Утро. Утро в полном рассвете. И градусник на солнышке уже показывает всего лишь каких-то 28-29. Ну, на солнышке стоит. Сегодня хочу провести вам еще раз, показать эксперимент. И вторая часть, ремикс. Я уже как-то показывал, как ведет солярка себя в минус 30. Сегодня покажу, как она ведет себя в минус 20, в минус 35, которое было. Так, для этого сейчас возьмем канистру одну с летней соляркой, другую с зимней соляркой, которую я покупал. Есть две канистры, будем переливать, и я поставлю камеру, будет видно, как это все есть. Да, еще хотел вот что показать. А вы все знаете, я вам показывал, что у меня есть автомобиль Жигули ВАЗ-21074, седьмая модель Жигули. Я заливаю в него масло, вот такое Лукойл. Это не реклама, это делюсь, что есть. Это канистра со свежего масла. Масло меняю раз в год. 4 литра, 5W40. Лукойл люкс, полусинтетика, моторное масло. Стоимость 4 литров у нас в Мурманском районе, в одном из магазинов, 1130 рублей. Меняю фильтр, меняю масло. Меняю я раз в год, наезжаю около 10 тысяч, может быть больше, чуть, может быть меньше, но в пределах 10 тысяч за год. Раз в год меняю. В автомобиле Жигули 3,75, кажется, входит масло, а это 4-литровый канистр, то есть здесь остается чуть-чуть немножко. Так вот. Так, вот сейчас оно на солнышке чуть-чуть отогрелось, и я вам покажу, как чуть-чуть масло бежит. Смотрите, вот будет сливаться масло. О, смотрите, бежит, как кулага какая-то, но все равно чуть-чуть бежит. Для того, чтобы, если я сейчас захочу завести автомобиль свой, ну я не поеду никуда в мороз, я поставлю, как я уже ранее говорил, электрический подогреватель. Электрический подогреватель греет, как говорится, внутри горячая кровь бежит и отогревает. Так что вот так вот масло чуть-чуть бежит. Конечно, кто-то скажет, я заливаю Shell, Mobil, еще там что-то, какие-то там Esso или другие масла. Ну, а я вот заливаю у нас вот такой вот марку масла. Она у нас, почему я ее заливаю, она у нас широко представлена в магазинах нашего района, очень широко. Другие масла тоже есть, но я надеюсь, думаю, подозреваю, что вдруг это будет какая-то подделка. Так, а это канистра у меня остается, я покупаю масло на разлив. Покупал уже давно масло на разлив, я не помню уже в какую цену покупал. Ну, я разливаю по маленьким канистрам масло на разлив, когда беру, канистры остаются пустые. Здесь простое дизельное масло, которое заливаю в двигатель. Короче, смотрите, все это дело замерзло. Канистра полная. Вот так вот. Замерзло все в 35. Не знаю, он видно вам. Вот оно где-то так вот масло налито. Но оно нифига не бежит. Сейчас перчатку, чтобы не морать. Ну, короче, как даже не как повидло, как какой-то селидол. Даже не селидол, это подобрать трудно. Короче, вот так вот себя ведет масло. Так что, если заводить трактор или какую-то технику, где залить такое масло, нужно обязательно греть трактор. Так, сейчас поставлю. Так, ну а теперь вторая часть. Сейчас я принесу канистры и будем наливать, будем смотреть. Так что так вот
эксперимент номер один. Берем канистру. С летней соляркой. Ну, бежит мало-мало. Но уже смотрите, как парафины. Так. Эксперимент номер два. Берем канистру с зимней соляркой. А это, смотрите, нормально. Тут даже никакого подозрения на то, что парафины будут выпадать. Льется замечательно хорошо. Повторяю, минус 35 в данный момент. Так, друзья, ну как вам данный эксперимент? Прошу вас высказать свое мнение о том, какой хороший, сильный мороз, и что думаете по этому поводу, кто как выходит из положения. Хотя, возможно, вы уже писали, кто-то писал, но кто-то не писал. Но все равно прошу вас высказать свое мнение о данном эксперименте. Ну все, на этом все, не будем затягивать ролик. Да, кстати, к нам едут люди, приезжают люди периодически. Несколько недель назад увидел такого художника. Это будет такая заставочка в конце. Приезжал человек, рисовал картины. Вот так вот, вот такие люди к нам приезжают. Так что, уважаемые москвичи, если есть такие на моем канале или гости столицы, кто поедет туда, вы можете посмотреть данные картины, которые рисуют художники. И они, если не, надеюсь, не соврал нам наш художник, который сейчас будет после меня сразу, можете посмотреть, насладиться видами нашей деревни и насладиться творчеством. Итак, приобщаемся к искусству. Все, пока. Так, художник приехал к нам из Москвы. Сегодня какое число? Сегодня 25 декабря 2018 года. Рисует такой прекрасный, замечательный сюжет. Сейчас мы подойдем с вами, посмотрим, что же он там рисует. И покажем вам, уважаемые зрители. Погодка морозная. Сколько у нас сегодня? Минус? Сегодня у нас минус 33. О, теплее. Да. Вчера было 36. Подойди, спроси. Краски не замерзают? Замерзают. Не более 20 минут. Вы к нам откуда приехали? Из Москвы. Даже в Москве недавно были. Президенты. По НТВ. Знаете, больше правды показали, какие люди у нас живут. Не то, что там, чем они дышат. Это понятно, у каждого свои эти. Тараканы. Да. А то, что деревня вот именно таким населением. А то у нас приедут, мистики прям понагонят на это. На канале подписаны со всех городов. Замечательно. Вот так. Где? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Марк меня зовут. Марк? Марк, где можно увидеть ваше произведение будет? В Центральном доме художника на Крымском валу в Москве. Ух ты. Первый этаж, первый зал. Понятно. Произведение. Красиво у вас тут, замечательно. Ну да, а летом еще красивее. А мне зимой нравится. Зимой тоже хорошо. Ну что, Марк, пожелаем вам удачи, чтобы у вас все получалось, творение. Главное, чтобы краски не застывали. С наступающим Новым годом. И вас тоже.